Здравствуйте, дорогие друзья, зрители и подписчики. Я рад вас всех приветствовать у себя на канале. Меня зовут Артём, и сегодня мы с вами начинаем новое прохождение игры I Am Alive. Это небольшая, скажем так, небольшой симулятор выживания в постапокалиптическом мире, скажем так. Вот, который я наконец-то надумал пройти. Итак, вкратце. Игра является пираткой. Вот, это раз, два. Вместе с игрой я установил некий мод, который называется True Color. Посмотрим, как оно будет выглядеть. Но якобы цветовая гамма становится более разнообразной. Вот, ну и озвучка видеороликов. Некий Джон Доу. Отдадим ему должное и скажем ему спасибо. Вот, как-то так вот. Давайте начинать, не будем затягивать. Играть. Новая игра. Да. Уровень. Легкий, обычный, выживание. Ну, что я хочу сказать. Выживать мы точно с вами не будем, потому что, ну, не умею я выживать. Так это может просто затянуться и будет выглядеть несколько глупо. Сложность легкая, обычная. Давайте на обычной поиграем, да. Самый такой, как по мне, более-менее оптимальный вариант. Так, все, что я знаю об игре, это то, что тут случилась катастрофа. А, ну ладно, посмотрим ролик. Тогда пообщаемся. Камера на столе лежит. Проверка. Проверка. Я не уверен, что звук работает. Вау, все-таки работает. Это очень неосмотрительно с моей стороны, но если вы нашли это, то это значит... В любом случае, не могли бы вы доставить эту камеру ко мне домой? Он находится в Харвинтоне, улица Арбор 27, прямо напротив парка. И, возможно, кто-нибудь будет там. Ну что ж, это моя жизнь, мой рюкзак. Страховочный пояс, фонарик, пара батареек, пистолет. Но если честно, ни разу в жизни не стрелял из него. В любом случае, в нем нет патронов. Не могу поверить, что я ухожу. Прошел уже год прошлого события. Переправа на восточную часть заняла у меня 4 часа. Но все же, возвращение домой – это лучшая часть года. Если мне повезет, то я вернусь в апартаменты через несколько часов. Я видел много разрушений по пути сюда, но они другие. Здесь гораздо больше пыли, чем в других местах. Хотел бы я знать, что осталось от города. Я знаю, что это сумасшествие, но у меня предчувствие, что я найду тебя. Джулия, без тебя и Мэри все потеряло смысл. Я уже почти дома, скоро увидимся. Как-то так. Продолжая то, что я не договорил, я знаю, что здесь случилась катастрофа, именно во вселенной этой игры. Случилось землетрясение, и которое превратило весь город, который называется Хавентон, в общем-то, в то, что превратило. Итак, надо немножко разобраться с управлением. Честно сказать, я в эту игру начинал играть когда-то очень давно, может, год назад. Ну, как по мне, это давно. Вот, и, собственно, так и не довелось мне долго в нее поиграть. Поэтому сейчас я решил наконец-то это сделать и пройти игру. Так, наше первое задание.
добраться домой. Вот у нас здесь карта есть, а вот там на карте маркером выделен путь домой. Ну, конечная наша цель. Так, нужно пройти через Хавентон на Роллс-Бридж. Узкий мост. По-моему, так. Так, что у нас инвентарь есть какой-нибудь? Инвентарь, я не помню, как тут инвентарь включать. Ага, есть три попытки переиграть у нас есть. А, будем внимательны и очень осторожны. Есть у нас консервы, которые восполняют запас выносливости и здоровья, насколько я понимаю. И вода, которая восстанавливает запас выносливости и выносливость. Что ж, будем искать по дороге что-нибудь полезное, потому что чем больше мы всего найдем, тем легче нам будет выжить в этих условиях. Так. А, C-инвентарь. Все верно. Так, я понял. Это бежать, это присаживаться, как и во всех играх, в принципе. Нет, тут ничего, никакой тут бутылочки с чем-нибудь. Как видите, да. Игра стала поцветнее немного с этим, с этой модификацией. До этого она была несколько более сумрачной. Ну, кому как нравится. Кому-то может нравиться те оттенки, кому-то может понравиться эти. На вкус и на цвет товарища нет, да? Так, я бегу не туда, куда надо, и мне нельзя туда бежать дальше. Ну ладно. Хорошо. Пойдемте в том направлении, в котором нужно. В принципе, неплохая локализация от этого Джона Доу. А, с субтитрами, конечно, не все совпадает. Кое-что, что он говорил, не совпадало. Но это не смертельно и не страшно. Переживаемо. Наша задача добраться домой. Наш главный герой долгое время, как я понял, отсутствовал где-то, пропадал. И вот он хочет найти жену и дочь у себя на квартире. По крайней мере, он надеется их там найти. Что у нас тут? Во время лазания ваша выносливость уменьшается. Если уровень выносливости уменьшается, уменьшится, но слишком сильно, мы упадем. Жмите Е для продолжения. Хорошо. Постараемся не падать. Так, пока все хорошо. Вроде как. Успеваем. Залазим, залазим. Да, а картина внизу, конечно, безумная. Это какая-то река. Поток ее мчится с огромной скоростью. Так, чтобы спуститься, нужно нажать. Я понял. Правую кнопку мыши. Честно сказать, это такое практически слепое прохождение. Кое-что я помню из того раза, когда начинал играть первый раз. Это было недолго, очень, очень быстротечно. Сейчас, конечно, я планирую от начала и до конца все здесь пройти. Так, да, хорошенько тут все разворотило. Машины, мост. В общем-то, аккуратно. Главное не упасть. Так, прыгать, наверное, нужно, это понимаю. Так, залазь. Дружище, давай, вверх. По каким аркам? По вот этим? Нифига себе. Серьезно. Ну что ж, я так понимаю, выхода у нас нет. Полезли. Ой-ой.
Помните, что длинный прыжок сжигает много выносливости. Используйте это только в случае крайней необходимости. А, но здесь была необходимость, по-моему, крайняя. О, как по мне. Так, давай залазь, друг. Давай. Так, все хорошо. Ну, как сказать хорошо? Более-менее. Так, давайте еще раз спустимся. Так, как-то все видно. Не очень ясно. Сжигается, когда вы карабкаетесь, время таких перемещений ограничено. Ну, это элементарно, я, в принципе, уже понял, что нам не следует. Я туда хоть ползу, да? Да, я ползу туда. Но тут проблема в том, что выносливость-то моя заканчивается. У вас закончилась выносливость. Чтобы двигаться через силу, когда круг станет красным, вы упадете. А, надо нажать левую кнопку мыши. Я так полагаю, у нас здесь просто не было никакого другого выбора. Мы должны были именно так поступить. Да что там такое? Корабли целые, что ли? В гаванях валяются. Огромные такие, да? Дорога вся разбита. Какие-то краны. А, гора. Это гора такая? С лесом? Не пойму я. Ну, разворотило все конкретно. Перемещающегося через силу вы уменьшаете запас выносливости. Нажмите C, чтобы открыть снаряжение и использовать ресурсы для восстановления сил. C. Какие ресурсы мы можем использовать? Не, ну, консервы мы однозначно использовать не будем. Так, ну что, бутылку воды используем? Давайте используем. Почти полностью. Вернули себе выносливость. Well, it's still standing. Though Hamilton has seen better days. Да, город еще стоит. Но на что он похож? У нас есть пистолет, но патронов у нас нет. Ты наш главный герой, как он сказал в своем видео. Стрелять не умеет. Я так думаю, придется научиться. Так. Это я уже понял. Так, что там валяется? Что это такое? Боль утоляющая. Хорошо. Хорошо. А что она делает-то, это наша боль утоляющая? А, только здоровье восстанавливает, да? Что там у нас с картой? А. Еще долго ползти, так понимаю. Так, задача по мосту добраться в город. Куда дальше? Да, что-то я заблудился немножко. А, по машине тут никак нельзя перебраться. А, да. Давайте Space нажмем. Полезем. Обалдеть, там такая высота. Упасть не хотелось бы.
Да, главное нигде не пропустить никаких бутылочек и тому подобного. Ну, конечно, если пропустим, ничего страшного. Я думаю, игра как-то рассчитана для тех, на тех людей, которые зевают и пропускают. Как-то же пройти ее можно, даже если не все заметил. Так, я так понимаю, нужно идти, лезть вот тут по грузовику. Пожарная, что ли? Так он еще шатается. И спокойно, спокойно. Так. Это картина. Ого-го! Вы только посмотрите, как тут все, блин, устроено. Какая-то лодка, наверное, да? Что-то горит. Да, это уже не мост, это вообще ничем уже ничем не назовешь. Так, перепрыгнем мы здесь. Перепрыгнули. Так, ну это видео, видимо, которое было в начале фильма. В начале игры, то есть. Так, залазь. Записал наш герой. Насколько я помню. Понял из всего того, что увидел. И кто-то его нашел. Некий мальчишка. Так. Я надеюсь, правильно иду. Путь домой не близок. А. Да, давайте попробуем. Спустились. Хорошо. Тихо. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Интересно, так вот упасть можно? Думаю, да. Так, давай, залазь. Отлично. Дальше. Давай, 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 давай. Офигеть, тут вообще самая жерва этого водопада. Перепрыгнем. Да, все отлично. Через коллектор. Канализацию, проще говоря. Хорошо, попробуем через канализацию попасть в город. Что здесь за белый свет? А. Загрузка локации, наверное. Некоторые персонажи просто защищают свою территорию, некоторые более агрессивны и будут туда нападать. Подумайте дважды, прежде чем обнажить оружие. Когда враг нас запуган, возле ямы можете что-то там. Как-то там. Чё у нас тут? А, мост мы прошли с вами. А, мы оказались в коллекторе. Нужно двигаться сюда, по First Avenue. Ну, на First Avenue нам нужно сначала, наверное, выйти. Так, ну у нас тут ждут различные враги. Так, ладно. Я так понимаю, нам неприятности не нужны. Без патронов в пистолете тут ловить нечего. Что здесь? Карта то и дело обновляется. Так, много-много пыли. Да, там пыли. Вот видно как раз, что-то горит очень ярким пламенем. Коробки, где какая-то коляска с магазина, с мягкими игрушками, ничего себе. Чьи-то дети так и не видят этих игрушек у себя дома. Это очень печально. Так, ну давайте выбираться с этой канализации. Что там? Слышу крик. Ну, сволочи.
иначе комментировать никак это не могу. Я надеюсь, она убежит все-таки. Хотя, конечно. Нет, ну будем надеяться, что убежит. Я не хочу думать о плохом. Надо все эти мысли как-то прогонять. Боюсь, что и нам доведется, видимо, столкнуться с этими негодяями. Либо с кем похуже. Игра обещает много неожиданных встреч. Не всегда эти встречи, я так полагаю, будут... Так, тут ничего нет. Для нас... приятными. Ну, какую-нибудь баночку с чем-нибудь или бутылочку. Было бы здорово. С чем-нибудь. Тут все белое такое, все освещено. И я так понимаю, даже если где-то что-то тут будет лежать или стоять, она тоже будет белая и белым подсвечена. Поэтому ну, очень тяжело что-то обнаружить. Специально. Разве что случайно. Газеты, что ли? Новости. Вы поглядите, это не мы случайно? Это мы. И наш номер телефона. Эйско. На что разыскивает? Офигеть, а с обратной стороны ничего нету. Мне это не нравится. Так, нам туда, я так понимаю. Поэтому про луку пройдемся. Что-то здесь у нас лежит. Вы подобрали попытку. Попытка позволяет вам загрузить последнюю контрольную точку. Если вы погибли, попыток больше не осталось, то вам придется загрузить последнее сохранение. Я понял. Надо будет как-то поосторожней с этим. Так, спрыгиваем. Обновилась карта. Так, мы здесь. Это мы все обошли, там пропасть. Мы все ближе и ближе. Хорошо. Ой, что-то вижу. А как туда попасть, а? Интересно, а можно попасть туда вообще? Не знаю. А, может как-то обойти? О, и оттуда вон с той стороны выйти? Может быть. Так, ладно. Как у нас хоть пистолет надо использовать? А, правая кнопка мыши. По-моему, Shift. Приближать. Отлично. Так, что у нас здесь? Их... Удерживайте, чтобы подозвать пистолет. Внимание, у вас нет патронов. Так, используем, нажимаем Space. Подойдите к противнику, нажмите E, чтобы толкнуть его в яму. Я нажимаю E, он ничего не хочет делать. Ну как тебе толкнуть, ходя? А вот так. Да. Нужно было просто под нужным углом стать. Ну как бы да, нам это пригодится. Если бы я его не убил, честно, он бы причинил вред бы мне. Поэтому ничего другого у нас не осталось. Так, при встрече с врагом, если мы близко подойти к нему, то есть подождать, пока он подойдет, можно его, стукнуть этим мачете.
Так, ну ладно, давайте на этом завершим нашу первую серию. Вот, и продолжим двигаться к дому уже в следующей серии. Что ж, с вами был Артём. Ставьте лайки, если вам понравилось это прохождение. Комментируйте обязательно, подсказывайте мне что-нибудь. Если вы знаете, где находятся какие-нибудь ну, интересные, полезные для меня всякие ништяки. Какие-нибудь консервы, какая-нибудь вода, то есть, да и что-то, что мне бы пригодилось, тоже пишите в комментариях, если вам не сложно. Мне будет очень приятно это почитать. Мне это очень пригодится. В общем, за любую помощь и поддержку буду вам благодарен. Что ж, давайте прощаться. До следующей серии. С вами был Артём. Всем пока.